Работа общественного транспорта в новогоднюю ночь продлеваться не будет. Такое решение озвучил глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков на еженедельной планерке. В связи с тем, что массовые мероприятия в новогодние праздники отменены, 31 декабря транспорт будет работать по графику рабочего дня. Время окончания движения по троллейбусным и автобусным маршрутам – 23:00. На совещании также было принято решение усилить патрули в новогоднюю ночь и в предстоящую праздничную декаду января в связи с работой организации в ночное время.